Не заплатил по счетам, отключат воду, отопление и канализацию. Приморские поставщики коммунальных услуг таким способом будут бороться с должниками. Все подробности у Дарьи Орловой. Примводоканал и дальневосточная генерирующая компания подсчитывают нули. Только речь не о деньгах, а о тех, кто их должен. В этом году за воду и отопление заплатить забыли больше 10 тысяч абонентов. И это только во Владивостоке. Всем разослали предупреждение. Сумма долга перед АО ДГК составила более 800 миллионов. И сумма долга перед Приморским водоканалом более 220 миллионов. На то, чтобы вернуть долг, у абонентов есть 20 дней. В противном случае санкции. Сотрудники Приморской генерации и водоканала в услугах ограничат. Горячую воду перекроют, а на канализацию поставят заглушки. А долг все равно отдать придется. Правда, уже в судебном порядке. И еще нужно будет возместить все затраты компании, связанные с ограничением и восстановлением услуг водоотведения и горячего водоснабжения. Также должникам, пока они не вернут то, что причитается, можно не рассчитывать на субсидии, льготы и банковские займы. В случае, если абонент не может единовременно оплатить указанную задолженность, он может обратиться в любой абонентский отдел и заключить соглашение о реструктуризации долга. Общая сумма долга населения перед ДГК на сегодня приближается к 2 миллиардам рублей. Эти деньги энергетикам необходимы для того, чтобы за лето подготовить ТЭЦ, котельные и теплотрассы к следующему отопительному сезону. Дарья Орлова, Михаил Морозов. «Панорама».